Даже я, даже ты, даже Кристал, ладно, чего уж таить, любой из нас на Луне просто побегает по 6 лет, придет замес и нажмет. О, да, я на днях так хорошо на Луне катакомба прошла вообще. Ну так вот, вот, вот. А потом поиграла на Марсе, поняла, что вообще не понимаю этого героя и решила, что на этом моя карьера на Марсе закончена. Как, в принципе, и на всех инициаторах, я думаю. Не-не-не, она просто как-то... У нее скиллы конкретно очень сложные, там они векторные, и в плане того, что нужно прицелиться, и как ты прыгнешь, и как ты отскочишь, и меня мозг не развит... Но это скиллшот, это скорее не мозг, а скорее твоя особенность. Не, просто, знаешь, это, я бы сказала, то, что это скилл очень необычный для доты с точки зрения того, вот, механики того, как он работает. Скиллшот. Нет, скиллшоты, они другие бывают. Скиллшоты бывают, допустим, как у Верки какой-нибудь повершот. Ну, я в целом. Да. Скиллшот, короче, скилл, которым нужно попасть, я говорю про копье Марса. Если ты копье Марса не попадаешь, нет, копье Марса мне гораздо легче попасть, чем второй способностью Марса, она вообще попасть какая-то больная. Попасть второй способностью да, Марса. Да, я целую игру тренировался, я только делал, что тренировался, и попадать так, по-моему, ни разу мне не получилось. Это импакт. Ну, значит, не очень был тренер. I got off real old, so. Help. Okay. Why is he chasing him over helping me? Blink? Yeah, I got Yuled, by the way. Okay. Nice, guys. Holy shit. Oh my god, Luki, nice try. Thanks, guys. Let's do this! Dude, get off my screen! What is it doing?! Get off! I can't play! What the fuck?!